Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Qbot Note 7 войти в Boot Mode. Выключаем наш телефон. Когда он выключился, зажимаем и держим клавишу громкости вверх, кнопку питания. Попадаем в Boot Mode. Здесь с помощью клавиш громкости вверх можем передвигаться, а с помощью клавиши громкости вниз можем подтверждать наш выбор. Собственно, чтобы из Boot Mode выйти, выбираем Normal Boot, последний пункт, и нажимаем клавишу громкости вниз. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!